Здравствуйте. Я работаю менеджером в крупной компании и получаю в среднем 160 тысяч в месяц. Из них часть дохода я откладываю на инвестиционное жизненное страхование, а именно 30 тысяч в месяц. Я это делаю для того, чтобы быть уверенным в своем будущем, потому что, как мы знаем, экономика нестабильна в наше время. Допустим, может случиться, как в 2008 году, кризис, и люди могут терять свою работу. Но откладывая эти деньги, я знаю, что у меня находится на надежном счету какой-то резерв, который мне поможет в случае кризиса или что бы там ни стало, находиться на том же уровне жизни, на каком нахожусь я сейчас.